Я устала. Почему люди просто не могут говорить друг другу правду? Это же так просто. Прямолинейно сказать, что ты думаешь. Прямолинейно сказать, что ты чувствуешь. А если даже не разобрался в себе, честно сказать об этом? Я не разобрался. Я не знаю, что происходит. Я просто хочу находиться рядом, мне нравится. И если вдруг что, я уйду. Так будет честно по отношению к обоим. Но нет. Вам нравится играться. Вам нравится причинять боль. А еще вот это вот. Я хочу достигнуть цели. Знаете, вы достигаете и теряете интерес. Я ненавижу такой тип людей. Не знаю, зачем это им нужно, и может это тешит их эго какое-то. Но в любом случае, я человек. Мы все люди. И с нами не надо играться. Мы заслуживаем большего. Просто представьте мир, в котором люди бы честно говорили о своих чувствах. Не было бы фейковой дружбы, фейковой любви, фейковых отношений.